Это сегодня у нас в Афинах. Это наша маленькая Греция, которой надоело слушать брехню, которой надоело тратить свои бедные грошовые денежку, поддерживать этот ебанутый Майдан, киевских фашистят. Это моя маленькая Греция, у которой хватает совести поддерживать Новороссию, людей Донбасса, детишек. А это вот здесь нас охраняют. Потому что если сейчас народ встанет, он их всех разъебет. И не оставит камня на камне над этим сраным гнездом, который называется Америка. Я не знаю сколько, но 1020 сегодня я только сама видела. Вот это моя маленькая, гордая страна Греция, которая сейчас пойдет. Не знаю, я очень волнуюсь, мне очень трудно говорить, но я очень люблю эту страну. Я помолчу, ребятки, вы все сами поймете. 2 часа мы начали сегодня свой марш. Время уже 5:30, а он еще не закончился. Я не знаю, мне кажется, что эта река из людей сегодня никогда не закончится. Эти люди, которым надоело обманываться. Это люди, которым надоело быть баранами. Это люди, которые хотят выйти из Европы и которые хотят выйти из НАТО. Вот они. На них уже попрошали газ. Вот эта толпа сегодня идет с 2 часов дня. И вряд ли она закончится еще. Я очень люблю свою страну. Так что, ребятки, особенно ребятки, которые воюют на Барамсе, я вас очень люблю. И это, поверьте мне, это те, которые завтра выйдут голосовать, и которые больше не выберут этого самараза, продажного Венезуэлу. Это те, которые хотят, чтобы на Донбассе был мир, чтобы Порошенко не убивал детей. Я очень волнуюсь, я замолкаю, потому что у меня наворачиваются слезы. Ну вот, это моя маленькая Греция, которую я очень люблю. Давайте я зайду в гущу, чтобы поняли, ребятки. Сейчас. Ты им не нужно никакое НАТО. НАТО – это убийца людей, убийца народа. Они кричат, что империалисты могут только пить кровь и делить между собой деньги. Но народная кровь когда-нибудь может и закончиться, и терпение их тоже. Американцы вон из нашей страны. НАТО вон из нашей страны. Ребята, вы посмотрите, что творится. Господи, мне надо становиться оператором.